Привет. Тема этого расклада. Найду ли я то, что ищу? Будет ли так, как я хочу? Эта выкладка будет на золотом таро. И, в общем, это самый главный вопрос. Получится ли у вас то, чего вы хотите, что вы задумали? Спросите сейчас у себя, если есть желание, чего вы хотите от жизни, от мужчины, от начальника, от домашних и, в конце концов, от себя самой. Получу ли я то, чего хочу? И будет ли так, как я желаю? Я – это вы, тот человек, который нашел сейчас это видео. Вы самый главный для меня человек в момент. Я очень рада, что я могу вам помочь. Может быть, вы отдыхаете и с пользой проводите досуг или смотрите между делом. Такой интересный вопрос. Кстати, самый главный. Выйдет ли у вас то, что вы задумали? Получите ли вы то, к чему стремитесь? Вначале посмотрим, кто вы по мнению высших сил. Я возьму три карты. Одна из трех будет вас точно отображать, потому что такой закон природы. Вы королева жезлов. Вы человек, который очень многое может. У вас очень много энергии внутренней. И даже если, может быть, вы не знаете об этом, может быть, вы потеряли энергию, делая не свои дела, идя не по своей дороге. Но высшие силы говорят, что у вас куча энергии, очень много. Скрытая, может быть, внутренняя. Кстати, эта энергия самая лучшая. Паш Пентаклей. Вы человек, который может найти новую работу. Ведь Паш – это новичок, тот, кто ищет что-то. Но знаете, как в игральных картах, пажи – это или молодые люди, или же это хлопоты, заботы. Вы человек с сильной энергией, который может найти хороший доход, финансовую свободу, финансовую независимость. Вообще, пажи – это тоже молодые люди. Вы можете найти себе молодого человека, у которого есть деньги, хороший доход. А тройка жезлов. Смотрите, вам Вселенная сейчас выдает три внутренние силы. За тремя замками, за тремя дверями эти силы были. Это, в общем, я вот все делаю такие заговоры, ритуалы. И там вы черпаете от себя вот эту внутреннюю силу вашего рода. Потому что жезл – это сила рода. Но вообще тройка жезлов – это карта перспективы. Если вы скажете, спросите, получите ли вы задуманное по тройке жезлов в три раза больше, чем вы даже думали, можете получить. То есть ваш природный потенциал, он в три раза больше, чем вы даже думаете о себе. Вот такая вы сильная карта маг. Ну, на вопрос, получите ли вы задуманное, карта маг выходит. Вы человек способный, талантливый, от природы получивший троекратное благословение от предков. Вы карта маг, то есть вы, ну, 100, ну, 1000, миллион процентов получите то, что задумали, потому что карта маг – это вы можете это получить очень быстро, очень скоро. Если вы спросите, когда, то маг говорит очень быстро, буквально в тот момент, когда вы смотрите, уже творится… Пока подсознательно, пока, может быть, как-то внутренне, но уже творятся чудеса, и вы добиваетесь задуманного. Здесь возвращение я вижу личной силы, потому что карты жезловые – это энергия, которая у вас, может быть, была украдена плохими людьми или неблагоприятными обстоятельствами. И теперь вы эту энергию возвращаете себе. Когда у человека есть энергия, он может все. У некоторых это перспектива на переезд. Тройка жезлов традиционно – это карта найти себя в новых городах, в новых континентах, в новые страны. Или же найти себя в новой профессии. Это перспектива на развитие чего-то, на то, чтобы развить свой путь. Мне иногда кажут, нужно поменять, говорят мне, нужно поменять себя, нужно вот это и это делать. Я вам скажу. Нет, нужно развивать новые дороги в вашем космосе. В вашем космосе, говорит карта маг, потому что это круглая чаша, там 360 градусов, 360 дорог. И почему мы иногда, ну, с такое чувство, что мы натыкаемся на тот же самый тупик? Потому что мы постоянно идем по одной дороге. То есть если мы делаем все точно таким же способом, как делали вчера, и результата не было, ну как мы можем ожидать другого результата, правда? Поэтому по карте маг вам нужно начинать другие дорожки,
исследовать. Для этого нужно вернуться к себе, получить внутреннюю силу. По карте королева жезла получить, напитаться этой внутренней силой, взять всю себя в руки. И потом по карте перспективы увидеть три дороги открытые перед вами. Одна дорога может быть, скорее всего, на счастливые финансы, успешные продажи, успешные покупки, прекрасная зарплата или встреча такого человека успешного. То есть одна дорога финансовая. Вторая дорога может быть отношения. Кстати, пентакли иногда проходят как ценности, ресурс. Интересный человек вам встретится на пути. Может, это маг будет этот человек. Вы королева жезлов, а встретите мага. Каждая королева жезлов заслуживает иметь рядом с собой мага. Потому что вы воплощение силы, грации и мышечной силы тоже. У вас красивая осанка. Вы в любом возрасте выглядите молодо. И вам сопутствует удача. И тогда вы встречаете человека, который вот вместе с ним, это такой тандем. И тогда начинает вести. Когда с нами рядом люди, которые нас поддерживают, нам очень везет. И открываются три дороги, как я сказала. Но эти три дороги вы сами, пожалуйста, обозначьте. Одна дорога может быть на любовь, другая на финансы, третья на какие-то бытовые условия улучшенные. Или же лучше уход за собой, что ну, вот это необходимо всем. Но мало кто это делает, когда мы начинаем и питаться хорошо, и режим дня у нас правильный, и мысли у нас не такие негативные. Да? Начинаем с маленького шага. У нас обычно не получается, если мы сразу все хотим. Но сбудется ли желание, это 100%. Три дороги откроются. И самое главное, когда? День и час, когда задуманное сбудется. Я вам скажу, прямо с сегодняшнего дня все начинается. И, как всегда, все вначале втайне идет. Знаете, как в Библии написано, вначале было только слово. А теперь, когда уже ученые открыли этот телескоп, вы знаете, НАСА показал нам Вселенную 13 миллиардов лет назад. Вау! Это у самого истока, когда Вселенная только родилась. И там эти звезды горят. Фотографию сделали. То есть приблизил этот телескоп, приблизил то, что было как маковое зернышко на небе. Вот так приблизил, и мы увидели Вселенную 13 миллиардов лет назад. Это какое чудо, какое счастье, что мы родились с вами. И вообще, вот, даже у той пары, у которой вы родились, ваших родителей, вы один из триллионов родились. Как вам повезло. То есть вы маг, поэтому задуманное точно сбудется. И вот вначале это втайне такой, да, вот это ж тайна 13 миллиардов лет назад Вселенная возникла, или там 14, говорят. Ну так, мы догадываемся. И вначале тайна, потом все идет все больше и больше на поверхности, и вы увидите изменения очень скоро, потому что карта мага – это очень скоро. Давайте возьмем карту совета. Как этого достичь? О, рыцарь жезлов. Но на каждую королеву жезлов, конечно, есть рыцарь жезлов. Если это одна масть, то это получается, что вы, как королева жезлов, получаете новый рывок в той сфере, о которой вы сейчас думаете. Тогда расклад очень конкретный, только тогда, когда вы задаете конкретные вопросы. Но если у вас нет конкретных вопросов, и вы мне пишете, что не конкретно, но человек не задал ни одного конкретного вопроса и обвиняет пианиста, который играет, как умеет. Ну, это я так пример привела, потому что я еще и пианист. Есть такое выражение. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Это обо мне. Пианист, предсказатель. Понимаете? Я, кстати, сама сочиняю музыку рейки, которая чистит от негатива, так что это по делу все сказано. Вот, ну, рыцарь жезлов, я не о себе, я вот, ну, нужно было это все сказать вам. Рыцарь жезлов – это новости хорошие, это встречи, это свидание. Получится ли задуманное относительно любви, любимого человека 1000000%? Это что-то будет меняться, перемены, магические и счастливые перемены. Я же говорю, три дороги откроются, три перспективы. И у вас будут средства, чтобы по этим дорогам идти. Да, Вселенная хочет, чтобы было так, как вы хотите. Я счастлива за вас. Сейчас сделаю фотографию сверху, чтобы вы могли это все увидеть воочию. Ну, и так было видно, но, во всяком случае, сделаю еще фотографию. Желаю вам всего самого лучшего. Приходите, чтобы отдохнуть, взять прогноз на будущее. И
Можно поставить лайк, а можно и послать мне мини-донат. Не только слово меня поблагодарить, но еще и делом. Я буду очень признательна, если кто-то позволит мне иметь чашечку кофе от вас. Я буду благодарна. Что ж, будем видеться. Пока, мои дорогие.